Дорогие мои братья и сестры, я вас приветствую именем и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня по воле Господа и по нашему согласию мы выделили время для того, чтобы уделить Святому Божьему Слову и определенной важной теме, которая интересует нас многих. Эта тема носит название «Ревнуйте о дарах духовных». Дорогие мои, когда я вот подумал о том, что я буду делать здесь, у меня невольно возникли многие вопросы. Почему мы говорим об этом? И вот во вступлении я хочу ответить на эти вопросы. Почему мы сегодня поднимаем эту тему? Самое первое, потому что так говорит Святое Божье Слово. Вот мы поэтому, как говорят многие проповедники, в начале было Слово, прочитаем Священное Писание. Текст эпиграф, основание вот этой темы, находится в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, 1 стих. «Достигайте любви». Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Так говорит Священное Писание. По этой причине мы обратимся сегодня к этой теме. Второе. Почему мы обращаемся к этой теме? Я вам скажу просто, без прикрас. Может, кому-то не понравится. Не знаю. Мир сегодня загнал церковь в четыре стены церковных зданий. И мы не можем выходить сегодня поза стены, потому что нам нечего продемонстрировать. Наши служения зачастую стали интеллектуальными, разумными. И очень мало где, в какой церкви, в какой проповеди чувствуется сила Святого Духа. По этой причине мы здесь. И еще что. Немногие церкви понимают, что сегодня есть Евангелие и есть два вида Евангелия. И не все различают вот эту разницу. Вы подумаете, что я имею в виду? Самое первое проповедуется Евангелие Иисуса Христа. Это значит спасение через смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. И второе Евангелие – это Евангелие Царствия Божия. А это проповедь о том, что Господь во всем царствует. Он Господин. Он царствует над чем? Над болезнями, над демонами, над жизнью и смертью. Дорогие братья и сестры, давайте мы будем честны. На сегодняшний день худо-бедно Евангелие Иисуса Христа мы проповедуем, научились. Но вот проповедовать Евангелие Царствия Божие и продемонстрировать это на практике, я не знаю, где это можно сегодня открыто увидеть. Это заставляет нас задуматься. У меня по понедельникам собираются верующие, я не знаю, назвать это домашняя церковь, ячейка или это молитвенное общение, не знаю, как назвать, с трех церквей нашего города. Приезжают часто гости в нашу церковь на молитвенную группу об освобождении. Они тоже бывают у меня дома по понедельникам. И вот один молодой человек задал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему мы, верующие, не можем сегодня продемонстрировать Бога? Он имел в виду Божью силу. В это время зазвонил телефон международный, жена меня призвала к телефону, я отлучился, она подходит. Что ты будешь с ним разговаривать? Что ты будешь его слушать? Я говорю, это почему? Да его из своей церкви выперли. Извините за эти слова, как она сказала. Я говорю, дорогая, если я к этому новообращенному
ищущему человеку отнесусь, как относятся многие верующие, он вообще уйдет из церкви в мир. И поэтому помолчи, пожалуйста. Когда я пришел, я задал этот вопрос всем. Как вы думаете? Я не люблю опускать что-то сверху, и люди, чтоб слушали. Моя цель во время вот этих общений задействовать всех, даже молчунов. Я узнаю их проблемы, мы за это молимся, я стараюсь помочь практически и духовно. И когда я задал этот вопрос, вы знаете, что ответили, опять же, не из верующих со стажем, а те, которые новообращенные. Ну, можно сказать, ну, в нашем понятии, я-то родился, вроде сказать, верующим. Если есть такие пятидесятнические пеленки, то я там родился. Ну вот и на тех, кто 10 лет уверовал, и 5 тому назад, вот такие верующие смотрят как-то, как будто свысока. И вот одна из таких верующих сказала, вы знаете почему? Потому что, а мы разбирали текст, что руками апостолов Господь творил великие чудеса и знамения. А она сказала, я думаю, это потому, что они каждый день своей жизни жили, как последний день. И это был ответ просто в точку. Дорогие мои братья и сестры, кто из нас сегодня живет сегодняшний день, как последний день нашей жизни? Ответьте честно. Я первый поднимаю руку, Господи, мне надо каяться. Вот поэтому у нас не работает Евангелие Царствия Божия, продемонстрировать силу Бога. Поэтому сегодня я приехал для того, чтобы говорить об этих вещах. Может быть, это встряска, холодный душ. Я не знаю, а может кого-то, для кого-то это послужит импульсом для того, чтобы произвести переоценку нашей жизни и нашего служения. Если у меня получится сегодня, я очень буду благодарен Господу за это. Почему мы говорим об этом? Ревнуйте о дарах духовных. Я вам скажу, потому что здесь кто-то в Киеве верно почувствовал направление, продумал и организовал. Слава Богу за эту чувствительность к Духу Святому. Почему еще мы будем говорить об этом? Есть мое личное мнение, которое я хочу озвучить. Когда я получил приглашение приехать сюда для этой цели, как я ответил? Я ответил нейтрально, ни да, ни нет. Почему? Проблема со спиной, сломал пальцы. Ну и еще нестабильная обстановка на Украине, о которой у нас в Беларуси говорят, и церкви молятся, чтобы Господь вышел навстречу и утвердилась Его божественная воля. Это же серьезно, я не знаю, как на самом деле. И у меня был трепет, а ехать или нет. И та, и другая причина серьезная. А потом, когда мне брат рассказал тему, я вспомнил, что с моей молодости от нас из Беларуси ездили на Украину к сосудам, где получали духовное подкрепление. И когда я подумал, что я еду туда и еду в Киев, где семинария, тут магистры, тут бакалавры, тут доктора, может, Боже мой, меня страх взял. Я вам честно скажу. И я начал молиться. И я верю, что я получил слово от Господа. Я верю. И потому я приехал и буду говорить об этом. Дорогие братья, дорогие сестры, я не рисуюсь, поверьте. Мне это ни к чему. Но я решил зачитать, озвучить и предоставить на суд ваш это откровение, которое я получил. Может быть, оно будет отвергнуто,
а может быть, одобрительно принято, не знаю. Поэтому послушайте, пожалуйста. Ты должен ехать туда и сказать моим детям, что пришло время поднять крест Христов и герб Пятидесятницы высоко, чтобы было видно всем. Враг использует систему мира в своих разрушительных целях и действует, а народ мой отгородился в церквях от реальной жизни, от моей силы, предпочитая человеческую мудрость вместо моей мудрости, являемой силой Святого Духа. И потому стряхните с себя человеческие доспехи и облекитесь во всеоружие Святого Духа, и не ведите человеческих войн, и не участвуйте в этом, ибо война моя, и не силою, не воинством воевать нужно, а Духом моим, говорит Господь. Не дам славы моей никому, ибо я свят. Мир приближается к тому времени, о котором я говорил через рабов моих и посланников детей моих, и будет проповедано Евангелие Царствия всей твари. И потому ревнуйте о том, чтобы применять то, что я дал вам, и применяйте это. И сея с вами во все дни до скончания века. Время коротко. Когда я приехал и увидел вот этот текст, который был высветлен в том понимании, как я считаю, думаю, верю, что это откровение, я возрадовался. Господь прямо вот этим текстом Писания говорил уже раньше в вашей церкви о том, что надо делать, чему нужно отдать предпочтение. Пусть Бог благословит, чтобы это действительно стало целью и смыслом жизни каждой церкви в Киеве и в каждой церкви на Украине, чтобы действовали дары Святого Духа, чтобы действовала сила Святого Духа. Я убедился в этом не однажды. Как человек с образованием, я полагался на это и на человеческую мудрость. И я вам скажу, я много во многих местах терпел поражение. Мне не стыдно признаться вам в этом. Я хочу, чтобы на том, что вы будете слушать, на тех примерах и на тех ошибках, которые я буду предоставлять вашему вниманию, мы просто учились. Знаете, что хорошо учиться на чужих ошибках, но на своих быстрее доходит. Вот я, который убедился в этих вещах. Итак, дорогие мои, ревнуйте о дарах духовных. Для того, чтобы говорить на эту тему, у меня есть план. И я хочу озвучить то, о чем я собираюсь говорить. Например, первое, вы услышали, почему мы говорим об этом. Второй пункт – ревнуйте о дарах духовных. И здесь мы рассмотрим дары служения и действия. Третий вопрос. Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, хотя это будет освещено во втором вопросе, тогда его можно заменить другим вопросом. Как слышать голос Божий? Это ближе начинающееся или начало пророчествования, первая ступень вхождения в пророчество. Я думаю, так, можно заменить это этим вопросом. И следующий вопрос, почему сегодня не действуют дары? Следующий вопрос, знать, кто мы есть и как развивать духовную чувствительность. Я думаю, что все эти вопросы интересны сами по себе. Изложение или освещение этих вопросов требует времени. И хочу вам сказать, вы попались сегодня. Это шутка, конечно. И вторая шутка, претерпевшись до конца спасется. Это точно. Если вы выдержите это, вы спасетесь. Но есть другое утешительное заявление, что вы уйдете отсюда благословенными через это слово. Во всяком случае, те, кто желает услышать, что будет
сказано по этой теме. Поэтому имеющий уши слышать, да, слышит. Итак, дорогие братья и сестры, мы приступаем вот к этому второму вопросу. Я буду говорить в структуре, по пунктам. Я верю, что вы будете понимать то, о чем мы будем вести речь. Сможете записать для памяти, если у кого есть ручка и бумага. В советский период времени я об этом слышал, когда я приезжали в Ленинград миссионеры из Финляндии, финн и цыган, двое цыган. И тогда нельзя было записывать на общениях, потому что боялись тайных осведомителей, которые проникали в церковь. Я спросил разрешения у пастора, я записывал это, и для меня это был хлебушек для проповедей, для понимания того, что происходит в духовной жизни. Не хлеб, а хлебушек. Поэтому вы можете делать то же самое, если вас это интересует. Итак, давайте мы откроем Священное Писание и прочитаем в первом послании к Коринфянам, начиная с первого стиха, ну и в начале до шестого стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И здесь вот, обратите внимание, я делаю акцент и буду объяснять это. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Итак, в этом тексте, особенно с 4 по 6 стихи выделены три слова, очень важных. Дары, служение и действия. И мы попытаемся хоть коротко рассмотреть вот эти вещи, что это значит на основании Священного Писания, и что это значит или как выглядит в практической христианской духовной жизни. Итак, самое первое слово написано «дары различны». Вот это мы рассмотрим. Дальше написано «служения различны» и «действия различны», но за всеми этими тремя словами и тем, что представляют они, стоит всемогущий Бог. Отец, Сын и Святой Дух. Это Святая Троица, три в одном. За всем этим стоит. Итак, дары. Я должен вам сказать заранее, те, которые оканчивали теологические вузы, по этой теме уже знают, что есть три группы даров. И я вам скажу, что Бог, Он предусмотрел наперед наши немощи, наше несовершенство и обеспечил свое тело, свою церковь, свою невесту дарами. И действительно, это три группы даров. Какие они? Вначале я назову, а потом мы будем рассматривать. Первая группа даров – это дары благодати. Вторая группа даров – дары Святого Духа. И третья группа даров – дары Христа. Несмотря на то, что мы будем рассматривать дары Святого Духа, я решил говорить об этом, потому что за этим всем, за всеми этими тремя группами стоит один и тот же всемогущий Бог. И все эти дары из этих трех групп, они работают и призваны работать, действовать в теле Христовом.
И да будет каждому известно, что нет обделенного человека дарами. У каждого есть свои дары. Нам просто надо послушать, помолиться и открыть в себе, осознать и дать дорогу этим дарам, чтобы Бог прославился. Чтобы Бог прославился. Мы не просто пришли на эту землю, чтобы есть и кушать. Это не случайность папы и мамы. Ошибка. Нет. Бог запланировал, чтобы вот эти мужчины и женщины, сыновья и дочери всемогущего Бога, они увидели Божью цель перед собой, Божий план, и вошли не просто прохладно ради прогулки, а вошли осуществить и цель, и план Божий на земле. И в этом есть смысл, и в этом есть благословение. Итак, давайте рассмотрим первую группу даров, дары благодати. Они находятся в Священном Писании, или о них написано в послании к римлянам, в 12 главе, начиная с 6 и по 8 стихи, немного. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Оказывается, и я вам скажу, что эти дары благодати, и все эти дары, дары Духа Святого и дары Христа, являются действием Божьей благодати. Что такое благодать? Чаще всего в церквях знают, что благодать – это незаслуженная милость. Но не все знают, что это вдохновляющая Божья сила, чтобы прославился Бог. И вот как по данной нам благодати имеем различные дары, дары благодати. Вот в этой группе, как вы заметили, если вы интересовались этим, описываются дары благодати, и они выглядят как природные человеческие способности или таланты. Кто на что способен? Чем Господь наделил человека от рождения? А почему это дары благодати? А я вам скажу, что все, что делает человек, одухотворено. Таланты, природные способности одухотворены. Вот эти дары, таланты, способности не являются производным нашего интеллекта, разума, мозга. Почему? Я вам скажу почему. Что такое разум? Что такое мозг? Когда я стал интересоваться этими вопросами, я выяснил, что мозг – это аппарат, которым пользуется Дух, наш человеческий, Божий Дух, и может пользоваться дьявольский Дух. Что такое разум? Это функция мозга. Функция – одна из областей, одно из направлений деятельности мозга. И вот этот Дух – наш человеческий, в каждом, который есть, под влиянием Святого Духа может возбуждать таланты, природные способности. Почему я говорю в этой теме «Ревнуйте о дарах духовных, о дарах благодати»? Знаете почему? Еще одно доказательство, не только это, что я сказал, но еще то, что прочитайте, что тут написано. Вот самое первое.
имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Согласно тому, что я вам выдал, что это природные способности, выходит, пророчество – это природная способность. Или нет? Ну, так же ж я сказал, да? Я теперь поясню, что я имел в виду. Я имею в виду, имеешь ли пророчество как талант, как природную способность, есть люди, которые рождаются с особыми характеристиками своего духа. И я сейчас вам продемонстрирую это на практике. Смотрите, в одном роду люди гордые, сажнем нос не достанешь. Такие гордые во всем. В другом родстве воры, с под змеи яйца покрадут. И все, деды, бабы, я вот в церкви, когда занимался душепопечением, ни в одной я видел целые родства, поколения, прадеды, деды, родители, и дети, и внуки подвержены вот этому духу. В третьем роду такие лгуны, такие художественные рассказчики, что другой правду не умеет так рассказать, как они выдадут ложь красиво. В следующем роду пьяницы. Там еще в одном родстве блудники профессиональные. Они только посмотрели, уже снюхались, извините за эти выражения. В церкви только посмотрели. Что за этим стоит, никто ничего не говорил. Уже сразу вышли с собрания и пошли в одном направлении. Стоит дух. Но теперь я хочу высветить, выделить то, с чем вы знакомы, но не обращали внимания. А как вы объясните, дед пророк, батька пророк, дочка пророк, и сын пророк, и двоюродные пророки? А как это объяснить? Оказывается, за всеми этими отрицательными проявлениями и положительным проявлением действия Святого Духа пророчеством стоит дух, дух родовый, семейный, домашний, который переходит из поколения в поколение. В гордом роду дух гордости переходит, дух воровства в другом, дух пьянства, дух блуда. И пророческий дух, как большая открытость к духовному миру. Есть люди очень чувствительны к Духу Святому, а есть что? Ой, стол. Нечувствительный, деревянный. Один только Дух Святой коснулся, уже сокрушение сердца, уже радость ликует, прыгает, не остановить его. А другой стоит, как у мавзолея. Его Дух Святой не касается. Пыль, влага непроницаемые есть люди. Вы замечали это? Так вот, если люди рождаются с высокой чувствительностью в какой-то семье, в каком-то роду, в неверующих семьях, они, как правило, будут задействованы в оккультной практике, потому что человек создан духовным, его Божие, сверхъестественное интересует, и после согрешения мы не забыли этого. Оно в подсознании, вот тут, в нашем духе, нас интересует духовное. А если человек родился в христианской семье, с открытой духовностью, повышенной чувствительностью к Духу, его сразу будет тянуть к Духу Святому, он откроет свое сердечко, он будет двигаться в дарах Духа Святого. Вот и написано, вот эта группа пророчества в этой группе. Эта группа освящает дар пророчества. А имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Дальше. Учитель ли в учении? Вот этот учитель фигурирует в группе дары благодати и фигурирует в дарах Христа. Помните? Мы об этом еще будем рассматривать. Поэтому, дорогие братья и сестры, нет ничего такого, что не было бы в нашей жизни одухотворено.
За всем тем, что происходит в реальной физической жизни или материальном мире, стоит Дух. Но хороший вопрос, вопросительный знак. Чей? Какой? Божий Дух или дьявольский Дух? Или наш человеческий, и чем он украшенный, приправленный? Божьим Духом окрашенный или дьявольским Духом? Вот тут надо разбираться. И поэтому апостол Павел, зная это, он говорил: ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте, чтобы наша жизнь не была материальной, плотской, душевной, чтобы она была духовной. То есть все происходящее происходило из духовного мира. Было бы время освещать другие темы, вот в этом ключе я бы вам рассказал многое, но достаточно этого. Давайте мы перечислим дары благодати хотя бы, и что бы это значило. Ну, мы прочитали по-русски. Я думаю, у вас есть украинская Библия. Я для того, чтобы понять многие вещи, я не учился ни в семинары, и пробовал в библейском институте. В институте 3 сессии побыл, а потом не получилось, и так и остался. Но у меня есть переводы Библии. Какой? Русский, несколько переводов, «Благая весть», «Слово жизни». Есть еще современный перевод. Есть белорусский, украинский, немецкий, польский. И когда я что-то не понимаю, я не поленюсь заглянуть туда, а еще спросить тех, кто учился. Мне не стыдно спрашивать. Так вот, смотрите, перечисляются дары благодати, пророчество. Ну, более-менее мы знаем, что-то такое пророчество. Если в общих чертах сказать, то это говорить от лица Господа. Или говорить то, что пришло от лица Господа. Если говорить, вот имеешь ли служение, простая арифметика – это послужить чем-то другим. Хотя можно послужить природными талантами, которые описаны дарами благодати, хотя можно послужить профессионально и в духовном отношении. Кто-то апостол будет, кто-то пастырь, кто-то евангелист, кто-то пророк. А может быть, у кого-то дар вспоможения – это тоже служение. А может быть, кто-то просто ашер или в группе порядка. А может, кто-то просто имеет возможность предоставить свои уши человеку, чтобы он рассказал свое горе, беду. И это тоже служение. А может быть, открыть кошелек и что-то дать. А может быть, это навестить кого-то, прийти. Это огромное дело. Это называется служение. И здесь вариантов служения в теле Христовом море. Море. С чем я убедился, встретился в новых церквях, созданных с нуля? Все хотят быть проповедниками, чтобы их видели за кафедрой. Ну, в группе прославления хотя бы. Или лидерами домашних групп. Приходили, просили, помолитесь за меня. Я хочу служить Господу. У меня неизменный вопрос, как? Я хочу молиться, бесов изгонять и исцелением заниматься. Я говорю, не буду молиться. Почему? Я говорю, не знаешь, чего просишь. Может, не вынесешь этого. Не справишься. Если бы вы знали, братья и сестры, что значит молиться об освобождении. Я это пережил. Иногда не хочется, честно признаюсь, видеть этих людей. Потому что все идут, каждый со своим настроением в голове. И даже когда ты послужил, ты теряешь силу, и потом как выжатый лимон, а с тебя требуют, особенно если где-то приглашают. Мы тебя пригласили, тебе билет купили, все, благословили, давай, покажи.
И вот такое, вот, как перекрывает кислород. Есть у тебя, нет у тебя сила физическая. Знаете, что никогда духовная сила не обходится без физической силы. Дух же живет и действует в теле и через тело. И даже у Христа он чувствовал, что исходило тело. И я говорю, не буду молиться. Все хотят быть на волне популярности, известности. Но есть много даров, которыми мы можем послужить Господу. Пусть Господь благословит нас. Иметь это. Дальше. Учитель ли, пребывай в учении. Что значит учитель? Наставничество. Наставничество. Если сказать евангельским языком, наставить на путь истины. Я прошу прощения, раздену. Наставничество. Если говорить о наставничестве, то сразу бросается в лицо или в глаза, или в разум профессиональное наставничество. Церкви, призванные учителя, наставники. Где-то в семинарии или еще где-то. Скажите, пожалуйста, там обученные, а кто вас учил быть папами и мамами, а? Где вы учились этому или мы? Я нигде не учился, я учился на собственных ошибках. И мы призваны наставлять своих детей прежде всего, и не увильнете от этого. Кто-то настраивается наставлять других, учить других. Это проще пареной репы. Иногда мы кроем чужие крыши, свои дырявые. Евангелисты, служители, пастыри и так далее, рядовые члены. Вот наставничеством можно заниматься в своей семье каждодневно. Наставить в истинах Слова Божия. Наставить в вере. Наставить сражаться за веру. Кто это сделает? Вот они сидят, папы и мамы, и кандидаты туда же. Следующее, увещеватель ли, там написано, увещевай, братья мои и сестры, милые мои. Кто такой увещеватель? Это тот, который может сказать, принести слово утешения, уговорить. Кого мы уговариваем? Буйных. Кого уговариваем? Депрессивных. И буйных надо утешить. Почему? Потому что часто за буйностью, буйным поведением человека стоит отверженность, агрессивный настрой с детства. Его надо утешить. Он неисцеленные раны имеет. Депрессивному тоже надо сказать, что не будет так до конца. Господь пришел утешить сокрушенных сердцем, у которых ранено сердце, разорвана целостность. Господь пришел, и это принадлежит нам. Сделать вот это служение. Дальше. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Что мы раздаем? Первое, что мы имеем, вот тут бросается в разум, что в кармане, что в квартире или в доме, раздаватель. Ну так пораздаешь все и ни с чем останешься. Да наставит нас Господь, что не только этим делиться, но иногда, вот побеседовать с человеком, мы раздаем советы. У меня бывает день, начинается с телефонных звонков. И жена бывает, подогревает завтрак мой 3 раза. Потому что надо раздавать советы. Ей звонит одна, я уже, ну можно сказать, извините, сделал пас
жене. Звонила мне, и она звонит по 8 раз в день. У нее проблема. И вот надо раздавать советы. Нам кажется, с тем, у кого нет проблем, который понимает, легко схватывает разные вещи. Ну что тут такого? А для этих людей это большая помощь посоветовать. Я первый раз, когда приехал в Санкт-Петербург, я туда около 10 лет ездил. К одному пастору он меня приглашал, и люди приходили для душепопечения. С чем я столкнулся однажды? Пришла грамотная женщина, 7 пядей во лбу. Она на лету ловит. Она мне рассказала ситуацию. И говорит, как мне поступить? Я растерялся. А потом я задаю ей вопрос, а вы как вы думаете? Она говорит, вот так и так. Я говорю, так и сделайте. Хорошо. И я думаю, зачем она пришла? Она рассказала ситуацию и выдала рецепт решения, зачем она пришла. И когда она ушла, я сказал, Господи, ну что бы это все значило? И я тогда понял, и хочу довести до вашего сознания это. Она не уверена в себе, ей требуется, как на документ поставил бы кто печать авторитетный. Кто-то сказал, так и все. И вот вы эти Божьи авторитеты, вы будете давать советы авторитетные, потому что вы знаете Слово Божие, что говорит, вы знаете, что такое Дух Святой, вы знаете, что такое воля Божия. Раздаватель ли раздавай простоте? Просто это раздавать, когда тебя дергают дети, когда члены церкви пробиваются, и раздавать еще советы, и свои дела стоят, семейные или домашние. Просто это. Ну, раздавай простоте. Учись. Учись это делать. Дальше. Начальник ли? Вот тут написано. Начальствуй с усердием. Начальник. Кто такие начальники? На первый план это диктатор, который всем повелевает. Не так Писание имеет в виду. Который стоит в начале, во главе. Вот сидит передо мной один начальник, где тут еще церкви второй, во главе церкви, пастырь, да? Ну, начальствуй с усердием. Вы каждый, папы и мамы начальники, где папы неверующие, вы стоите во главе, потому что духовное определяет все, материальное и что происходит в жизни. Должно определять так по Слову Божию, по Слову Божию. И вы знаете, если касаться служителей, то надо сказать, что это пастыри, по-белорусски пастухи. И есть два рода пастухов. Есть русские пастухи, а есть западные, с Ближнего Востока, ну скажем. Так вот, русский пастух гонит стадо перед собой, собаками и кнутами, да? А с Ближнего Востока западные, они идут вперед, впереди, и силой своего голоса увлекают стадо. Так вот, чтобы начальствовать с усердием, увлекать, идти впереди, увлекать за собою, начальствование не подходит, не годится. Милые мои, написано «начальствуй с усердием». Это значит, то, что ты делаешь, должно быть у сердца. Как я подумал однажды об этом, у сердца меня злость берет. Иногда вы что, не соображаете простых вещей? Сколько вас уговаривать? Сколько за тебя молиться? Поститься? Хватит! Так и хочется сказать. Не? Это у меня так, у вас тут нету. Но написано. Вот если вы начальствуете, где-то стоите в начале чего-то доброго дела, делайте это от сердца. Вы думаете, мы преуспели в этом? Нет.
Я первый вот высказался. Иногда бывало, приезжаю с России, после 3 месяцев там пребывания, мне никого не хочется 2 недели видеть из этих проблемных людей, кроме своей семьи. Дайте мне глоток чистого воздуха. Я вам искренне исповедуюсь, Господь знает. Ревнуйте о дарах духовных. И будешь ревновать об этом, если с духовной точки зрения посмотреть, не захочется. Дальше. Вот написано, благотворитель ли, благотвори с радушием. Благотворить – дело делать. С радостью души. Дорогие мои братья, служителя, вы же все непростые тут. Вы где-то в начале в церкви у какого-то звена церковного, церковь – это тело Христово. Есть рука, есть ноги, есть еще что-то. И вы где-то стоите во главе. И вот скажите, пожалуйста, вы делаете это добро с радостью в душе или нет? Стараемся. В новой церкви, вот вы не сталкиваетесь, может, с таким. Я в Сибири столкнулся. После богослужения я подменял пастора 3 месяца. Его жена рожала, сама из Германии была, и ему надо было там во время родов присутствовать. И вот после богослужения встает и говорит, старушечка такая почтенная, культурная, помолитесь, пожалуйста, за мою собачку. Она заболела. Я ветеринарный врач в прошлом. И я стою и думаю, чтобы она выпросталась у тебя. Не нашла ты за что помолиться. За собачку еще помолиться тут. Честно говорю, вот так думаю. Второй случай, пока я не научился. В одной церкви там же в Сибири. Церковь купила домик такой, где проходили лидерские, молитвенные, всякие там, еще своего здания не было, арендовали. Им подарили такого вот кобеля, здорового, с низкой шерстью, хвост такой, как дубину, он бывало поднимется, молодой, лапы тебе на плечо, языком тебе раз, два, тьфу. И зовет меня диакон этой церкви, жил в этом дому молодой брат, Иосиф Степанович, вы врач, собачка заболела. Вот это называет по имени. Опускаемся в подвал. Лежит она, бедная, не шевелится, шнурки из глаз. Рот приоткрытый, слюна. Я понимаю, что чума. Говорю, ничем помочь не могу. А почему? Чума. Для того, чтобы лечить, я когда-то был ветеринарный врач, а теперь уже пенсионер. Говорю, требуется интерферон, требуется противочумная сыворотка или еще что-то. Где я ночью в 2-миллионном городе тебе возьму элиты? Да брось, говорю, собака. Говорю, я уж ушел, я устал, пойду спать. И ушел. Он остался. Я проспал сном праведника, просыпаюсь. Он тоже поднимается и говорит, Иосиф Степанович, хотите знать, что произошло? Я вчера, как вы ушли, мне жалко эту собачку стало. Я возложил на нее руки, помолился. В 4 утра подвальная дверь ходуном ходит. Открываю, жрать хочет, не есть. И для меня такой хороший урок. Послушайте, вот тут написано. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Делай с радостью, помолись за эту собаку, чтобы убедился новообращенный, что Бог даже в этом помогает. Я потом вспоминаю, кто читал из вас «Наисчастливейшие люди на земле», как Демос Шакириан описывает, как они имели молочную эту ферму крупного рогатого скота, заболели туберкулезом все коровы, надо было все уничтожать и сжигать даже помещение. И что он сделал? Пригласили проповедника, у которого был
были дары исцеления. И тот ходил, и за каждое стойло, в каждом стойле за каждую корову молился. Очередная проверка на реакции на туберкулин. Все здоровые. И я думаю, вот оно. Евангелие Царствия Божие проповедовать. А через это же, эта старушка, этот диакон убедился бы, что Господь живой, надо верить, надо ходить на богослужение. Но делаем мы это с радостью в душе. Вот я вам открылся и рассказываю, какая у меня радость. Да лучше бы твоя эта собачка выпросталась. Ну, вот понимаете, вот эти все дары, природные, наши таланты, наши способности, а их море. Мы рождаемся каждый шедевр Божьего творчества. Мы не похожи друг на друга. И нам не надо копировать кого-то. У нас есть свои дары. И этими дарами, талантами мы можем служить Господу. Понимаете, что есть еще один дар такой, вот благодати, дар вспоможения. Он не перечислен в дарах Духа Святого, он не перечислен в дарах Христа. Что такое дар вспоможения? На первый взгляд у верующих со стажем это возложение рук на кандидата на крещение Духом Святым, и тогда сходит сила, и человек без проблем получает крещение Духом Святым. Я знал такую сестру, она у нас была частый гость, когда возложит руки, невозможно было не получить крещение Духом Святым. Сходила такая сила, что... Ну, невозможно было. Моя сестра старшая не могла, одна и вторая, получить крещение Духом Святым. Она однажды приехала в Прибалтике, а была еще интеллигентная такая, до революционного периода старушечка, приехала к нам в деревню, повесила пальто и говорит, ну как, девушки, вы крещены Духом Святым? Нет. Ну-ка, пойдем молиться. Ну, кто ж, боимся? Идем. Я тогда малый был, где-то вот такой, не помню, сколько лет было. Преклонили колени, начали молиться. Моя сестра уже там плачет, крести, крести. Перестань реветь. Почему? Ты чего ревешь? Бог любит тебя. Тебе надо Его благодарить. Когда ты откроешь уста благодарить, Господь не спошлет свою силу Святого Духа. А у тебя не за что благодарить? Твой отец отсидел в тюрьме, сохранил Господь жизнь за веру, возвратился. Ну-ка, начни благодарить. А она не успела, моя сестра, благодарить, это возлагает на нее руки. Как сошла сила, моей сестре скривила шею. Она как защебетала на иных языках, вы представляете, что там было? Я так из-за занавески хата была перегорожена ширмой. Комнат не было. Выглядываю, сошла Зоя с ума. Я хотел подняться и удрать. Я ж тогда еще не все знал, как это должно быть. А они уже заканчиваются молитва. Зоя стала стихать, эта сестра. И моя сестра опять. И опять это еще, и смеются. А сестра не может остановиться, шея скручена. Я думал, все, концы моей сестре. Послушайте, мне так запомнился этот дар вспоможения. Но когда я стал уже взрослым, когда я был на служении уже, я вспомнил однажды такую ситуацию, когда... В нашем городе, куда мы переехали жить, это Барановичи нынешние, один верующий взял из деревни старика верующего доживать, одинокого. Ну и странное поведение старика. 2 недели не ест и не пьет. Они еду ставят, то и уносят. В щелочку замочной скважины подглядывает, не спит, свет включенный, ходит и ходит по комнате. Ну и звали моего папу, звали еще одного проповедника, ноль. Одна сестра, она у нас была пророком. Ну, такая духовная, может, я преувеличиваю, но имела откровение. С другой пошли навестить, побеседовали с этим братом. Брат
исповедовался, раскрыл грех, что сблудил на старости лет. И вы знаете, они за него как помолились, ушли. Через час он как лег, он проспал двое суток, не пробуждаясь. Спокойно спал. Потом через две недели умер с улыбкой на лице. Просто так. Говорит, ну, теперь я уже пойду, говорит, Господу. И умер. Дар вспоможения в действии. Помочь освободиться от греха и переступить порог жизни и смерти. Кто поможет? И таких вариантов действия дара вспоможения много. Так вот, смотрите. Мы рассмотрели хоть коротенько о действии даров благодати. И мы должны, что мы должны запомнить? Ревнуйте о дарах духовных. Это тоже у верующих одухотворенная часть. И мы этим можем служить таланты, но под влиянием Святого Духа, подчинить талант влиянию, действию Святого Духа и Слову Божию. И мы можем об этом ревновать. Дорогие мои братья и сестры, что означает слово «ревнуйте»? Ревнуйте о дарах духовных. Страстно желайте, домогайтесь, стремитесь, чтобы это действовало. В понимании старых верующих или верующих со стажем, это так правильно, это действие независимое Божие. Значит, если Бог дает, ну, то тогда у меня это будет. Оказывается, Божье Слово, апостол Павел говорит, ревнуйте, ревностно стремитесь, просто домогайтесь этого. Вот оно как. Потому что Бог дал нам это несовершенным людям для того, чтобы тело Христово было усовершено, чтобы нам помочь совершенствоваться. И у нас иногда взгляд такой, вот, нам надо очиститься, нам надо поститься, нам надо разделаться с грехами, и тогда Господь нам что-нибудь даст. Так вы думали когда-нибудь? Ну, честно. Так. Если бы мы сами могли очиститься, братья и сестры, нам не надо был бы Господь, не надо был бы Дух Святой. Вот беда-то в том и правда в том, что мы сами не можем без Духа Святого. Не покаяться, не улучшить, это все равно, что поднять себя за волосы. Невозможно. Для этого Господь дает дары Святого Духа. И нам не просто ждать. Сели и ждем. Как когда-то были в Америке квакеры. Они приходили на свои богослужения, садились и ждали. Пока сила Святого Духа сойдет на кого-нибудь, когда, ну, мы понимаем, это на нашем языке, почувствует кто-то вдохновение, тогда встанет или стихотворение расскажет, или псалом запоет, или помолится, или прочитают слово. Ждали квакеры. Дорогие братья и сестры, квакеры ушли уже в вечность, но нам квакерами не надо быть, нам надо брать то, что Бог нам дал. Кто из вас читал книгу «Благодать. Сила Евангелия»? Эндрю Уомак написал. Спасибо. Но вы не бойтесь, на замечание не попадете. Почему я так говорю? В некоторых церквях у нас на Белоруссии, в книжных магазинах церковных, продаются такие книги, как «Сухие кости». Я их читать не хочу. Они хорошие, но написаны, потому что все пишут. Теперь мало кто не пишет. У кого еще деньги есть, и издают, и раздают книги. Но не хочется читать.
Но есть книги, которые написаны действительно с пониманием и нужные. Вот если вы прочитаете «Благодать, сила Евангелия», вы поймете, что Бог нас обеспечил этой благодатью, и нам не надо ждать. Нам надо ревновать, чтобы эта благодать действовала в нашей жизни. Когда мы говорим о талантах, чуть было не упустил. Еще хочу рассказать. Вот я говорил, что таланты могут быть украшены и задействованы силой Святого Духа. И в церкви это так и есть. Чтобы вы поняли, что я говорю не от себя, а в согласии с Писанием, я прочитаю текст из Писания, который подтвердит, и даже два текста из Писания подтвердит эту мысль. Так, Исход, 31 глава, с 1 по 11 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божиим, слушайте, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Оголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе, скинию собрания и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону, священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания и курение благовонное для святилища. Все так, как я повелел тебе, они сделают. Смотрите, простые работы скульптора, архитектора, модельера, одеть первосвященника и левитов, фармацевта, приготовить благовоние и елей для помазания. Что сделал Господь? Наделил этих людей мудростью. Они были талантливы сами по себе, но Он еще наделил мудростью от Духа Своего Святого, дал для этих вот простых человеческих работ, чтобы они приготовили во славу Господа. Вы понимаете, иногда мы недооцениваем вот этих материальных вещей, что мы делаем. Еще раз подтверждаю, наши природные таланты во много раз могут быть усилены силой Святого Духа. Во много раз. Почему? Потому что наш разум ограничен, а у Духа Святого нет границ. И если мы открываемся для духовного мира, для духовных действий, то наш дух приобретает эту мудрость и ведение, и видение. И мы действуем во славу Господа не так, как просто человеки, миряне, помимо церкви или другие. Еще один пример того, что Дух Святой действует. Так. Давайте мы откроем книгу Деяний. И в 6 главе прочитаем первые 7 стихов. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали,
нехорошо нам, оставив Слово Божие, песчистя в столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. На сегодняшний день пищися в столах, официантом быть, поваром, кладовщиком, почетная в церкви должность? Нет. Нет. Хозяйственники. Да вот чтоб стулья были, чтобы эти молодежь жвачку под это не... Чтоб туалеты были чистые, там и еще там что. Это почетная должность. Оказывается, избирали людей, исполненных Духа Святого. И тело Христово двигалось. Вы понимаете, насколько Бог предусмотрел? Были люди, которые двигались в дарах, ну, скажем, апостолы. Они занимались духовной частью. А были те, которые занимались материальной, ну, плотскими делами в церкви. Но надо было быть исполненным Духа Святого. Вот чудо! Оказывается, все одухотворено. Еще раз озвучиваю вот это понятие дары благодати. Они могут быть одухотворены. И Священное Писание говорит: ревнуйте о дарах.